Уважаемые друзья, здравствуйте. Вот вашему вниманию хочу сейчас показать обзор разборной финки НКВД. Аналогов ее нету. Это наша собственная разработка, кузница Династия. Смотрите, вот как она выглядит. С такими вот ножными. В комплекте будет идти два больстера. То есть один с упором, другой без. Сейчас я вам покажу ее, как она внутри выглядит. Все недочеты, указанные вами, мы устранили. Не хочу просто затягивать сильно видео, показать вам просто самые главные аспекты, которые мы сделали в этой финке. То есть теперь она вот так будет здесь отфрезерована и будет четко вставляться. Она уже не будет у вас болтаться. Цельный хвостовик, резьба. Вот такая вот красота. Заменяемый больстер, соответственно. То есть сейчас вот я поставлю вот этот больстер и попробуем, как будет она в работе. Резьбу мы тоже увеличили, дабы предотвратить люфт и чтобы он был как бы запас. Вот смотрите, такая вот красота. Также ножны, все это подходит. Жесткий темляк. Так, ну что, попробуем. Есть у нас вот кусочек говядинки. Я немножечко порежу ее. Она уже будет заточена, то есть вы ее будете покупать уже в заточенном виде. Вот с таким больстером можно смело работать. И по мясу, и на рыбалочку взять. Да вообще куда угодно, хоть на охоту, хоть куда. Сами понимаете, то, что это классика. Классика, она всегда в цене. И опушок уже здесь такой толстый. То есть уже даже можно, так скажем, носиком подковырять где-то подвод. Сильный также постучать. И при том, она уже, вы сами знаете, что она уже усилена здесь. Рукоять не вылетит. Здесь кость у нас, нам надо просто срезать мясо с кости. Это пойдет сейчас на фарш, на котлеты. Вот такая вот красота. Рекомендую всем. У каждого, просто у каждого эта финка, вы сами знаете, должна быть. Ну, уже у многих у вас, наверное, уже и есть. Также кость здесь, это говяжья, она серьезная. Сами смотрите, то есть подводик тоже такой усиленный. Не знаю, видно вам, если крупным планом. Вот. То есть выпускаться она будет уже у нас вот с такой заводской заточкой. Красота. Вся красота здесь в деталях. Аналогов, повторюсь, ее нету. Все здесь четко. Каждая летюшечка подогнана.
Друзья, заказывайте. Разборную финку НКВД. Давайте вот сюда вот ее. Вот так вот она будет выглядеть. Разборную финку НКВД от кузницы Династии. Не пожалеете. Честно вам говорю. Говорю как на духу. Вот руку на сердце ложу. Вещь обалденная. Просто все здесь сделано по уму. Все грамотно, все отрисовано. Обушок. Такой толстенький. Все подгонка. Все, то есть можно, так же говорю, разобрать, снять, поставить вот такой вот с упором. А так вот на охоте это тоже поработать просто одно удовольствие. Спасибо, друзья, за внимание. Заказывайте, звоните. Ссылка на нож будет под видео.